В рамках социального раунда «Засветись» сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую беседу с персоналом и посетителями многофункционального центра. Они призвали участников акции соблюдать правила дорожного движения и использовать на своей одежде световозвращающие элементы. Проблема наезда на пешеходов в темное время суток обостряется с началом осенне-зимнего периода. Световозвращающие брелоки, браслеты, наклейки помогают стать заметнее на дороге.